День добрый, на связи МК Бацкий. Сегодня мы продолжаем с вами рассматривать механику интересной, прекрасной, замечательной игры под названием Hearts of Iron Fall. Да, мои дорогие друзья, мы продолжаем. Это у нас уже с вами 21-я часть. И сегодня мы будем, по сути дела, с вами заканчивать. Да, мои дорогие друзья, будем заканчивать говорить об исследованиях, рассмотрев непосредственно последнюю вкладку самих исследований. Это вкладку «Промышленность». Как тут вкратце резюмируется? Промышленность и промышленное производство. Да, довольно интересная вкладка, такая довольно уникальная, но сильно отличающаяся от предыдущих. Поэтому она сконцентрируется непосредственно на строительстве, на стройках и на производственных линиях, да, на усилениях их фокусов, их особенностей именно, да, основных характеристик. Поэтому давайте поговорим о ней более детально. Категория промышленность у нас, по сути дела, разбита тут, как вы видите, на 4 подкатегории. На производство, то есть непосредственно на эффективность производства, максимальную конверсию фабрик сюда относится. Второе, на промышленность, где нам предложат выбрать либо концентрированную, либо рассредоточенную промышленность. Третья подкатегория — это на строительство, непосредственно скорость строительства и ремонта, плюс добычу ресурсов повышает. И четвертая подкатегория представлена всего лишь одной ветвью, это синтетическое топливо, позволяющее нам с вами создавать специальные заводы, которые будут производить резину и нефть непосредственно, если у вас есть дефицит этих ресурсов, да? Но давайте обо всем по порядку. Если уж так классифицировать, так сказать, по моей классификации, я выделил бы тут непосредственно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, можно сказать, да, 7 направлений с двумя специализациями, если уж так разделить. Но не суть, давайте поговорим обо всем детальнее и по порядочку. Все начинается, ну, непосредственно, первая вкладка производства, начнем с нее, да? Она отвечает за скорость, так сказать, не за скорость, а за эффективность, максимальную эффективность производства, в частности, а также за некоторые другие бонусы. Но давайте обо всем по порядку. Все начинается с самой первой технологии под названием базовые станки. Целый ряд новейших фрезерных станков, которые можно использовать в военном машиностроении. От маленьких гибких моделей, которые по карману любой мастерской, до больших сложных станков, находящихся на острие технологии. Эта технология повышает максимальную эффективность производства. Важно различать эффективность производства и максимальную эффективность производства. Но максимально — это пиковое значение, которого вы можете достичь. Соответственно, вот эта ветвь производства, вот эти все непосредственно 4 технологии, они повышают вашу максимальную эффективность производства на 10 единиц за одну штуку. То есть, изучив вот эти 4 непосредственно технологии, вы получите плюс 40 максимальной эффективности. Тут, изучив любую из них, вы все равно из этих двух вот разделяющихся ветвей, вы все равно получите плюс 10% к этому параметру. То есть, максимально изучив ветку, вы можете повысить вашу максимальную эффективность производства на 50%. То есть, на одну вторую, увеличив половину, увеличив непосредственно максимальный выпуск продукции. Как тут пишут сами разработчики, максимальная эффективность производства определяет максимальное значение вашей эффективности производства. Вот эффективность производства таким вот значком обозначается, а максимально вот непосредственно таким вот, да? Ее можно увеличить путем изучения новых технологий. Ну вот, собственно, об этом мы с вами и говорим. Посмотреть его можно в вкладке непосредственно производства. Вот есть у нас тут непосредственно максимальная, видимо, она сейчас равно 30%, да? Ну, базовая 50%, плюс я поставил уровень сложности офицер максимальный, поэтому минус 20%, да? То есть, если вы поставите стандартную сложность, у вас будет 50% стандартной максимальной эффективности производства, плюс 50% вы можете повысить технологиями, то есть получить 100% максимальной эффективности. Ну, логично. На максимальном уровне сложности, вот как у меня сейчас стоит, вы получите только максимум 80%, если все изучите. А есть непосредственно текущая эффективность производства. О чем идет речь? Когда мы меняем, тут можем мы, скажем так, три изменения проводить, да? Первое — это улучшать производственную линию. О чем идет речь? Ну, допустим, мы производили, тут устаревшие включить надо. Ну, допустим, производили базовое пехотное снаряжение, оно у нас было такое, да? Вот здесь вот эффективность производства показана, да? Видим, что оно упало. Вот, соответственно, когда мы меняем в рамках одной специализации, вот есть одна специализация производственной линии, вот мы это помните, думаю, я надеюсь, вот непосредственно основное вооружение, да? Чем оно лучше, вы же должны обновлять производственную линию, иначе вы будете производить устаревшее оружие. Вот, допустим, у вас была винтовка Мосина, вы достигли своего значения максимального производства. Вот. Откроем стройки, производства, точнее, да? Видим, что везде сейчас максимально 30% от эффективности, да? Вот эту полоску можно заполнить до 100% при нормальной сложности, если вы все технологии изучите.
Но при максимальной сложности на 80% только сможете повысить вот эту максимальную эффективность производства. А если вот текущая? Вот текущая, она 30, а максимальная 30. То есть совпадает в данном случае. Вот сейчас не совпадает. Вот видите, мы поменяли. Текущая стала 10%, потому что вы переориентируете производство на более устаревший, более улучшенный вариант, да? А есть еще максимальная. Вот сохраняется. Вот постепенно она будет прирастать. Видите, что там 0,089 в день. Постепенно линия будет как бы восстанавливаться. Эффективность выпуска будет повышаться, мои дорогие друзья. Соответственно, есть три основных направления, в каких производство меняется. Первое, если вы меняете в рамках одного непосредственно изобретения, его как бы улучшаете, ну или ухудшаете. Ну, ухудшать-то вы вряд ли будете, это сейчас для примера показал. А вот улучшаете, например, у вас было базовое пехотное снаряжение, вы перешли на пехотное снаряжение 1. Ну, сейчас у вас просто уже минимальное значение у нас с вами, я просто показываю вам. Другой простой пример, вот был у нас, допустим, легкий танк. Допустим, мы изучили танк 1, да, легкий танк 2 точнее стал. Мы переориентируем, производство упадет. Это один путь, как теряется производство. Второй путь, это если мы начинаем что-то новое производить, вот, допустим, мы хотим производить какую-нибудь там артиллерию буксированную. Видим, что у нас тоже упало оно, да? То есть, как бы, производство надо подготовить для того, чтобы оно смогло производить. Поэтому, когда вы развертываете новую линию производства, у вас эффективность постепенно восстанавливается. Учтите, что это относится только непосредственно к военным заводам. К верфям это не относится, у них производительность всегда стандартная. В чем-то это даже логично, я считаю, мои дорогие друзья, потому что производить тут корабли довольно сложно и довольно тяжело, в конце концов, да? Так что вот этот вот бонус, он работает только для непосредственно того, что производится на военных заводах. Да. И третье, это если вы в корне меняете производство. Вот вы производили самолеты, начинаете производить... Тут вам этого даже и не допустят. Вот вы производили, ладно, автотранспорт. Начали производить дополнительное оснащение. Тоже падает, потому что вы меняете производственную линию. В основном три основных параметра. Что вы, первое, развертываете новую линию, у вас падает эффективность производства. Второе, вы обновляете линию, допустим, вы начинаете производить что-то более улучшенное, ну или более ухудшенное, если уж вы решили заняться извращениями. Но в первую очередь, если что-то более улучшенное, да, то тоже падает производительность. И третье, если вы... Первое, да, это развертывать, второе, переориентировать на более улучшенное, третье, кардинально менять производство. У вас падает эффективность производства текущей. Постепенно она будет восстанавливаться до максимальной эффективности производства, мои дорогие друзья. Соответственно, вот эта вот непосредственно ветка здесь, первая подкатегория производства, вот эти вот станки, они дают плюс 10 максимальной эффективности производства. То есть у нас сейчас вот 30, изучим эту технологию, у нас будет плюс 40, эту плюс 50, плюс 60, плюс 70, и любую из этих плюс 80, но это при нашем уровне сложности. А так до 100% повысить, соответственно, максимально сможете раскрыть потенциал. Да, технология крайне полезна, рекомендуется к изучению в самом начале игры. Вот вы как только начали, да, сразу же ставьте ее на исследование. Я обычно так и делаю, одну из этих ставлю вот на эффективность производства, потому что очень сильно разгоняет производительную мощность. Думаю, не надо пояснять, доказывать, что это очень выгодно, очень полезно, да. Соответственно, в 37-м году у нас будут улучшенные станки плюс 10, в 39-м усовершенствованные тоже плюс 10, в 41-м конвейерное производство тоже плюс 10%. Вот тут у нас потом открывается интересное ответвление, где взаимоисключающие ветви на одну технологию. Нам предлагают, вот, поскольку мы уже перешли на конвейерное производство в 41-м, да, в 43-м нам предложат выбрать либо гибкий конвейер, либо стандартизированный конвейер. В чем разница? В любом случае вы получите бонус максимальной эффективности производства плюс 10%. Но в первом случае вы получите сохранение эффективности производства плюс 20%, а в другом случае вы получите рост эффективности производства плюс 10%. О чем идет речь непосредственно, да? Вот откроем, даже покажу, что, как вы понимаете, производство может быть либо гибким, то есть заточенное под разные профилизации. То есть вы производите разные вещи, да, то есть у вас предусмотрено, что вы можете производить там разные вещи, да. Соответственно, максимальные эффекты не раскрываются на 100%, но если вы меняете производство, производили танки, да, перешли на самолеты, то в таком случае у вас сохранится эффективность производства плюс 20%. То есть вот этот параметр важный. Изменение потери эффективности производства при переводе линии на выпуск другой продукции. Ну, как я уже сказал, линия одной продукции будет в каком случае считаться? Вот линия одной продукции, допустим, ну, откроем мы, да, вот у нас основное вооружение. Если вы производили винтовку Мосина, начинайте производить следующее СВТ, потом ППШ, ППС, то есть усовершенствуйте одну линию, то в таком случае у вас будет одна линия идти. А если вот вы производили винтовку и переориентировали на моторизированную пехоту, у вас будет другая линия производства.
Соответственно, в чем суть, мои дорогие друзья? Вот сохранение эффективности производства плюс 20%, это то есть на 1/5 вы будете меньше нести потерь производства при переводе линии на опыт к другой продукции. То есть гибкий конвейер, он заточен под производство чего угодно, да? Но не так максимально раскрывает основные показатели, потому что у вас конвейер разносторонний, гибкий. То есть, как тут пишут, конвейер хоть и работает как часы, но за ним по-прежнему трудятся люди, что позволяет адаптировать его под разные нужды. Мы должны использовать это в нашей промышленности. То есть нет каких-то определенных стандартов, есть разносторонность, да? А это значит, что если вы будете переориентировать производство часто, вот, допустим, вот вы, ну, не знаю, производили самолеты, вот, вы удовлетворили нужду в самолетах, вы переключились на... Ну, с самолетами это не прокатит, конечно, здесь. Но вот я имею в виду, производили вы танки. Ну, ладно. Производили, вот, допустим, вот вы пушки, буксируемые артиллерии, да? Вы удовлетворили нужду в артиллерии, у вас она идет в запас. Ну, а вот у вас дефицит, допустим, там, автотранспорта. Вы переключите. В таком случае вы на 1/5 меньше потеряете штрафов, когда переориентируете производство на другую линию. Поняли, да? Это у нас был гибкий конвейер, вот его бонус. Есть еще стандартизированный конвейер, как вы понимаете, у него есть четкие стандарты производства. И, соответственно, тут уже рост эффективности производства плюс 10% вместо этих сохранения 20%. Определяет прирост эффективности при массовом выпуске товаров на одной и той же линии. То есть, когда вы производите что-то одно, вот у вас типизированные линии, да, вот вы производите, допустим, стабильно танки. Легкий танк 1. Вот вы производите, вас устраивает, вот вы изучили второй танк, легкий танк 2 у вас появится здесь, да, вы переключитесь на него, да. Соответственно, тут плюс 10% будет возрастать эффективность производства стандартизироваться. То есть эффективность производства постепенно будет на 10% быстрее восстанавливаться. Но вы не будете получать бонуса к смене. То есть, если вы все-таки смените на другую линию какую-то, то того бонуса вы не увидите. Соответственно, тут пишут, что разработчики, рост эффективности производства определяет прирост эффективности при массовом выпуске товаров на одной и той же линии. Понимаете, мои дорогие друзья? Отсюда вывод, что гибкие конвейеры стоит брать в том случае, если у вас промышленность постоянно меняется, то есть вы меняете производственные линии довольно часто, то, взяв гибкий конвейер, вы сможете меньше терять при переориентации на другое производство. А стандартизированный конвейер, как вы догадываетесь, стоит брать в том случае, если у вас все работает, так сказать, как по часам, вы все правильно распланировали, у вас постоянно производятся танки, у вас постоянно производится артиллерия, у вас постоянно производятся там пушки, самолет, ну и все остальное, да? И вы постоянно производите что-то одно и то же стабильно, да? В таком случае брать лучше стандартизированный конвейер. Что я беру? Ну, поскольку я обычно редко меняю линии, как правило, я заранее пропланировываю, все спланировываю ее, да? И, соответственно, выбираю те линии, которые мне нужны. Соответственно, максимум могу только менять фабрики, да? Но это уже отдельный вопрос. А так у меня линии уже и так заточены. Я их очень редко меняю на самом деле, да? И новый разверт. Ну, новый разверт по возможности, когда надо бывает такое сделать. Соответственно, я беру стандартизированный конвейер, и вам рекомендую брать его только в том случае, если вы производственные линии правильно настраиваете. То есть, я вот хочу, чтобы вы уяснили, мои дорогие друзья, что гибкий конвейер создан для того, что если вы постоянно меняете производство, переориентируете там с танков, допустим, артиллерию, там, с машин на оружие там, и так далее, да, то, если вы часто это меняете, вам в гибкий конвейер брать надо, потому что у вас будет сохраняться эффективность производства плюс 20%, когда вы переориентируете на другое производство. Вот если вы постоянно производите что-то одно, стабильная переориентация только у вас в рамках улучшений идут, то есть вы легкий танк 1 производили, исследовали, там год настал новый, да, исследовали легкий танк 2, исследуете второй непосредственно танк и начинаете переориентировать линию с легкого танка 1 на легкий танк 2, то есть улучшаете. То есть у вас как бы стандартный конвейер, у вас постоянно все тут более-менее стабильно, то вам лучше в гибкий конвейер стандартизированный. Ой, не в гибкий, а в стандартизированный. Я думаю, вы уяснили мою мысль, да, мои дорогие друзья? Соответственно, вывод простой. Следите за своими производственными линиями. Вот это вот плюс 10% эффективность производства, это довольно неплохо, на самом деле. На 1/10 быстрее оно растет. А тут сохраняется на 1/5 больше, если вы на другое переключаете. Соответственно, можете изучить что-то одно. Кстати говоря, поскольку тут одна всего лишь технология, то если что, вы можете переизучить на другую спокойно. Только потеряете время, понятное дело, ячейку. Ну и, разумеется, лишнее исследование проведете. Раньше провели, тогда уж получается. Мои дорогие друзья, то есть вывод в этом. Да. Вот это такой вот конвейер. Но, как правило, лучше брать стандартизированный, лучше самому затачивать производство так, чтобы оно у вас было стандартным, чтобы вам не пришлось скакать туда-сюда. Типа, блин, я поставил пехотное снаряжение, две линии, на, оно мне не нужно, я лучше поставлю автотранспорт. Вот так лучше не делать, мои дорогие друзья. Постоянно. Лучше заранее определиться, спланировать, что вам нужно.
В конце концов, определиться, что вам нужно, а потом уже выбирать ту производственную линию, которая вам нужна. Соответственно, для этого лучше подходит стандартизированный конвейер. Так, мои дорогие друзья, мы с вами сейчас рассмотрели две подкатегории. Первое, это непосредственно чисто производство, которое улучшается. Тут, я думаю, останавливаться не надо. И второе, это вот типы конвейеров, какие есть, гибкие, стандартизированные. Как бы тут и то можно использовать, но вот, на мой взгляд, лучше самому заранее знать, что вы хотите. Вот, если вы не знаете, чего хотите, например, новичок, вам лучше, конечно, взять гибкий конвейер, потому что, возможно, вы часто будете менять линии производственные. А вот если вы знаете, что хотите, вы в этом плане консервативно, то есть определились, да, сделали выводы, начали производить, производите, улучшаете постепенно, но не меняете производство, то вам стандартизированный конвейер. Так, с этими двумя тонкостями мы разобрались. Вот это вот относительно недавно, кстати говоря, было добавлено. Раньше в старых версиях Hearts of Iron Fall этого не было, вот этих двух технологий. В 37 году, когда вы изучите улучшенные станки, у вас появится ответвление на улучшенную доработку снаряжения. Научно-технический прогресс позволит нам исправить проблемы более ранних моделей и привести их в соответствие с текущими нуждами. Бонус к скорости конверсии плюс 40%. То есть на 40% на 4 десятых вы будете быстрее конвертировать фабрику в завод, а завод в фабрику. В чем суть? Вот вы строите, допустим, массово на момент начала игры фабрики, да, потому что фабрики, они являются, по сути дела, более рентабельными в начале, потому что заводы вы воевать-то сразу не будете, а вот промышленность отстроить надо. Вот вы построили несколько фабрик, да, у вас есть фабрики, но, допустим, вам уже фабрики не нужны, началась какая-то война жесткая, вам нужны военные заводы, чтобы строить что-то, да, вы можете свои фабрики переориентировать непосредственно в военный завод. Или, например, война закончилась, допустим, новая война не скоро, вам надо подкачать промышленность, да, улучшить ее, то вы можете военный завод в фабрику переориентировать. Это делается с помощью конверсии. Вот на эту кнопочку, и мы, вот, допустим, вот есть у нас, допустим, у нас тут один завод, да, точнее, так, стоп. А, вот, 1-2. Вот у нас есть, допустим, здесь одна фабрика и два военных завода. Нажали сюда, теперь у нас идет преобразование, вот видите, конверсия, да? И одного военного завода в фабрику. Вот так вот можем брать или наоборот переобразовать. Так что, на самом деле, конверсия вещь довольно... Ну, я не знаю, как у вас, я ей пользуюсь очень редко. Потому что, еще раз говорю, я заранее знаю, что я строю. То есть, я заранее высчитываю значение. Сколько мне лучше иметь фабрик, сколько лучше иметь заводов. И вам так рекомендую делать. А не строить наобум. Так, а давай-ка вот сейчас от балды там две фабрики тыкнем и один завод от балды, да, допустим. Нет, надо просчитывать, высчитывать значение. Ну, соответственно, это как со стандартизированным конвейером, с гибким конвейером, да, то есть гибкость производства. То есть, либо военные заводы, которые используются для производственных линий, вы собираетесь использовать, да, либо фабрики, которые используются для гражданского строительства всего вот этого. Вот это все строят фабрики. Вот это все именно зелененькое, кроме синенького, что производит верфи. Вот это все производит военные заводы. Соответственно, вы можете конвертировать одно в другое. Соответственно, если вы изучите вот эту вот технологию, то вы на 40% быстрее будете конвертировать. В 39 году появится еще одно улучшение, усовершенствованная доработка снаряжения, которое даст вам бонус скорости конверсии еще плюс 40%, то есть суммарно на плюс 80% вы будете быстрее все это проводить. То есть, по сути дела, на 4/5 вы будете все это быстрее проворачивать, да, конверсию осуществлять. Ну, честно говорю, конверсия очень редкая вещь. Я, допустим, редко этим пользуюсь. Но, опять же, мои дорогие друзья, все зависит от вашего стиля игры. Если вот вы с промышленностью еще особо не познакомились в игре, может быть, это вам и даст эффект. Но на самом деле, сама по себе конверсия очень редкая, да? Вот я, например, говорю, очень редко ей пользуюсь, очень редко. Если вообще пользуюсь. Вот если игра за крупную страну, я вот типа СССР, я ей практически не пользуюсь, потому что... Ну и так, у тебя промышленность уже мощная, ты можешь достроить то, что тебе надо, по сути, это дело, а не тратить время на конверсию. А вот если ты играешь за какую-нибудь Саудовскую Аравию, у тебя и так проблемы с фабриками, да, то там, например, можно отказаться от военного производства, допустим, в пользу промышленного, чтобы промышленность мощную развить, а потом уже, когда промышленность отстроена, можно что-то будет делать и с военными заводами. Понимаете меня, мои дорогие друзья, да? Так вот, непосредственно... Вот эти вот третья подкатегория, это улучшение времени конверсии, эффективности конверсии, да, скорости конверсии, да, оно исследуется на самом деле очень редко. Вот я их обычно не беру, вот если уж совсем не исследовать нечего, вот просто дайте-ка потрачу две вот эти время на две теории, чтобы полностью, точнее на две технологии, чтобы полностью изучить. Вот я их только в таких случаях беру, на самом деле я их
практически не беру, потому что вещи довольно бесполезные, на мой взгляд. Но опять же, это у меня такой стиль игры, я все высчитываю заранее. Вот если вы собираетесь конвертировать фабрики в заводы или заводы в фабрики, или и то, допустим, то вот это вам поможет. Но это используется, я говорю, вот. Я вот, например, очень редко этим пользуюсь, мне это особо эффекта не дает никакого бонуса. Но такая возможность предусмотрена. И четвертое, пожалуй, это вот такая изюминка сегодняшней нашей с вами части, это два вида промышленности, да? Промышленность бывает стандартизированная, концентрированная промышленность, и бывает рассредоточенная промышленность. В чем суть? Непосредственно концентрированная промышленность делает ставки на укрупненные заводы, то есть на большое скопление фабрик, заводов в одном регионе, чтобы можно было наиболее эффективно что-то там производить. Ну, сами просудите, вот у вас такие крупные промышленные комплексы, да, где там десятки заводов. На одном там вот вы производите там гусеницы, я очень так упрощенно так, чтобы вы поняли суть. На одних гусеницы, на других двигатели, на других там шасси сами делаете и так далее, да. А на каком-то заводе вы все это собираете. Очень удобно, все компактно, не надо перевозить, тратить время. У вас производство более эффективно. Но понятное дело, что в условиях войны концентрированные комплексы очень сильно уязвимы. В то же время вы можете делать рассредоточенную промышленность, то есть один завод там в одном регионе, третий там вообще еще где-то, хрен знает где, пятый, десятый где-то там, а собирается все вообще где-то в другом, третьем, 110-м месте, да? Понятное дело, что такие заводы сложнее непосредственно разбомбить, потому что рассредоточенный комплекс, я имею в виду, сложнее разбомбить, что если выпадет один завод, то производство полностью не станет, допустим, да? Что, понятное дело, более универсальные делают заводы, да, более гибкими. Но опять же, это все упирается в наш старый добрый вопрос, мои дорогие друзья. Либо вы все заранее сами просчитываете, концентрируете, либо, соответственно, делаете укрупненные заводы, либо вы делаете рассредоточенные, да. Но давайте поговорим непосредственно о каждом, да. По сути дела, концентрированная промышленность, разместив наше производство в нескольких ключевых центров, мы резко увеличим его эффективность. Дает максимум фабрик в регионе, объем заводского производства и производительность верфи. Но по сути дела вот очень интересный момент. Ну просто объясним, что значит что. Максимум фабрик в регионе плюс 20%. То есть на 1/5 изменяет количество общих ячеек для сооружения всех регионов. Допустим, в регионе у вас было 10 ячеек для строительства фабрик, да? Так у вас вот исследуйте будет 12. То есть вы можете на 2 фабрики больше построить и так далее. Было, допустим, 5 у вас ячеек, станет 6. Тоже довольно неплохо. Объем заводского производства, вот из-за чего берется концентрированная промышленность, плюс 15%. Увеличивает количество работ, выполняемое на каждой фабрике в час. Соответственно, у любого аналога, у концентрированной промышленности на каждом уровне у нас будет плюс 15, это значение. А у рассеянной, рассредоточенной промышленности, соответственно, плюс 10%, то есть тут на 5% больше. Кстати, максимум фабрик в регионе, неважно, в рассредоточенную промышленность или концентрированную возьмете, у вас количество фабрик в регионе всегда будет на 20% увеличиваться. И производительность верфи, соответственно, увеличивает объем работы, выполняемый в каждой верфи в час. Что тут 10% на 1/10 увеличивается за одну итерацию исследования, да? Что тут на 1/10, на 10% увеличивается объем производительности верфи? Единственная разница, что здесь, с одной стороны, на 5% больше объем заводского производства, а тут вы получаете аж следующий бонус. У вас сохраняется эффективность производства на 10% больше. Базовая эффективность производства тоже плюс 5%. И уязвимость фабрик для бомбардировок минус 20%. И бонус к скорости конверсии плюс 20%. То есть вы получаете за 5% заводского производства здесь, вы получаете вместо этого здесь аж целых раз, два, три бонуса, да? То есть видите, что на три строчки больше, да? Тут 3, 4, 5, 6, 7. А, 4 что-то мы... А, ну и бонус скорости конверсии. На 4 бонуса больше, да? То есть, что конкретно вы будете получать в рассредоточенной промышленности? Сохраняется эффективность производства, будет на 1/10 больше. То есть, если вы переводите на другую продукцию, то на 1/10 лучше сохранится производство. Я сказал, как уже, например, с автомобилей на винтовки, там с аптечек на транспорт и так далее. Поняли, да? На 1/10 это будет увеличиваться, дублируется с гибким конвейером, да? Базовая эффективность производства плюс 5%, это уже тут уникальная вещь, в том плане, что эффективность производства при запуске новой производственной линии. Ну, как я вам уже показывал, что когда вы начинаете что-то новое создавать, вот вы, допустим, там исследовали, я не знаю, там, истребитель, допустим.
новые, да, вот раньше у вас не было истребителей, а вот у вас они появились. А, вот, ну, хотя простой транспортный пример, транспортный самолет один, да, у нас их нет, вот мы запускаем новое производство, видите, что эффективность не максимальная, да, а тут оно будет, вот эта эффективность производства на 5% больше, то есть не 10.01, а 15.01, поняли, да, за каждую итерацию, то есть 5, нет, да, так, стоп, сейчас убедимся. Да, за каждый уровень будете получать на 5% больше именно стартового производства, да? В запуске нового производства линии 5, 10, 15, 20, 25 максимум вы сможете набрать, да? По этому параметру. А по сохранению эффективности плюс 50% сохранения, да? Соответственно, что дальше? Уязвимость фабрик для бомбардировок. Фабрики становятся на минус 50% уязвимы для бомбардировок. То есть на 1/2 их сложнее бомбардировать. И бонус скорости конверсии, то есть изучив полностью эту ветку, у вас на 100%, то есть в 2 раза быстрее будет конверсия с фабрики в завод, с военного завода в фабрику. То есть на первый взгляд кажется жирнее вот эта ветка, да, но не все тут так просто. Тут мы получаем, по сути дела, те бонусы у нас убираются, у нас остается такая же максимум фабрик в регионе плюс 20%, производительность сверфи плюс 10%. Но опять же, как говорится, и это еще не все. Как мы видим, тут бонус единоразовый дается. А, бонус к скорости конверсии не будет, плюс 100, в 2 раза быстрее. Нет. Вот она дается только на первой непосредственно технологии данного ответвления. То есть вы получите за эту ветку только лишь плюс 20% скорости конверсии. То есть на 1/5 вы будете быстрее конвертировать. Ну, соответственно, в сочетании с вот этими двумя 80 плюс 120 у вас будет 100%. То есть в 2 раза быстрее вы будете конвертировать военный завод в фабрику, а фабрику в военный завод. Да, мои дорогие друзья, а тут, соответственно, все то же самое, просто единственное, на 5% больше объем заводского производства. То есть, суммарно, давайте посчитаем, это у нас 5 технологий, то есть, на 25% у вас будет выше объем заводского производства за все вот эти вот концентрированные промышленности. То есть, вы понимаете, выполняемо на фабрике каждый час. То есть, каждый час ваша фабрика будет на 1/4 производить больше. Допустим, я приведу пример, что это значит. Производили вы, допустим, ну, скажем, там, 10 самолетов, да? С полностью прокачанной сосредоточенной промышленностью? Нет, даже не так. Это будет очень просто. А, ну вот, если вот так сравнивать, что вот если вы изучите... ответвление, допустим, полностью сосредоточенной промышленности, то, допустим, по изучению у вас, допустим, 10 самолетов производится на одной линии, да? А вот если вы вместо нее вот изучите вот это все, то у вас будет производиться не 10 самолетов, а 12,5 за час, допустим. Ну, то есть в час, ну, будет 12,5 самолетов производиться, да, эффективность повышается на 1/4 за час. То есть это очень мощный бонус к производственной линии. Я думаю, вы понимаете, да? Тут это в неделе, там в это. Все зависит от того, сколько туда в фабрик прикрепите, от эффективности их, да? Понимаете, о чем я говорю, мои дорогие друзья. То есть объем заводского производства будет выше непосредственно, да? То есть больше фабрика, вот если вы выберете ветку сосредоточенную промышленность, концентрированную, то вы будете на 1/4 больше производить на фабриках. Это очень жирный бонус, мои дорогие друзья. Очень жирный бонус. Ну, соответственно, вы не будете вот эту всю там мелочь получать, там вот эту чепуху, там, что скорость конверсии, да, там объем заводского, это так не то, там, что базовый эффективность производства, потому что линии-то они-то, по сути дела, один раз запускаются, подождать можно, по сути это дело. У вас не будет уязвимость фабрик для бомбардировок, но, опять же, вот концентрированная промышленность хороша для стран, где вас-то особо бомбить не будут, вот за Советский Союз, да. Строите фабрики где-нибудь здесь, ну, где-то в центре, да? То есть Япония не достанет, если уж даже так пройдет жестко до вас. Ну, даже отсюда хрен достанет. Ну, гипотетически, если вы так будете сдавать все. Штаты, допустим, не пройдут, если выберут события крестового похода против коммунизма. Ну, и немцы и до сюда уж вряд ли дойдут. Если до сюда не дойдут, вы и так капитулируете, для вас игра Game Over. То есть тут вас особо никто не побомбит, да? То есть вам это, как говорится, до лампочки как шло, так ехало, да? Плюс, опять же, если вы будете работать авиацией, вы даже и здесь не сможете давать бомбить, если правильно будете использовать авиацию. Ну и, понятное дело, вы не будете... Так, это я про конверсию сказал, про базовую эффективность производства. И сохранение эффективности тоже у вас не будет. А, ну, бомбардировка сказал, ну и сохранение эффективности. Что если вы будете на другие линии? Ну, я уже говорил, в гибком, стандартном конвейере.
что если вы заранее определяете и знаете, что, чего хотите, то вас это особо и заботить не должно. Соответственно, вывод в любом случае, что бы вы здесь не выбрали, сразу это надо исследовать. В 36 году открыли, допустим, вот базовые станки, сразу же выбираете что-то из этого. Но мой вам совет брать концентрированную промышленность в большинстве. Ну, все зависит от контекста. Я в основном беру концентрированную промышленность, потому что бонус плюс 25% к производству, это очень дикий бонус, он покрывает все вот эти бонусы, на мой взгляд. Но опять же, если вы играете за какую-то маленькую уязвимую страну, не знаю, там, за какую-нибудь Японию, да, нам может быть выгоднее даже рассредоточенно иметь, потому что вас, вот мы откроем авиационную карту, внутренние территории, то есть вся Япония основная, по сути дела, это один авиационный регион. Если правильно авиацию организовать, ну, этот не будет, потому что у него там дальность, а вот этот, допустим, будет, да, то вы можете стратегическую бомбардировку просто тут хреначить все, да? Вот к чему я мысль подвел, ваши мои дорогие друзья. Поэтому в некоторых случаях, вот если вы чувствуете уязвимость по отношению к вражеским бомбардировщикам, то, может быть, рассредоточенная промышленность вам и будет выгоднее. Но я бы сказал так, что вот если смотреть, вот для новичков в промышленности, кто особо тут в этом не рубит, не шарит, вот только осваивается, будет выгоднее гибкий конвейер, вот это может быть даже давать бонусы, и рассредоточенная промышленность. Для людей, кто в этом, так сказать, понимает, шарит, как что устроено, выгоднее будет стандартизированный конвейер, это вообще можно не брать, ну, брать может в каком-то исключительном случае, и концентрированная промышленность. Поэтому я бы так сказал вам, мои друзья, если вы хотите мощное промышленное производство, хотите догнать и перегнать непосредственно другие страны по производству военной техники, производственных линиях, то вам в концентрированную промышленность. Если же у вас такой тяги нет, но, допустим, вы уязвимы для вражеской авиации, часто меняете линии производства и прочее, то есть у вас нет каких-то единых стандартов, то вам, соответственно, сюда. Но, как правило, выгоднее вот эта ветка. Так, это у нас была четвертая. Так, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Шестой, теперь поговорим о строительстве с вами, да? Ну, строительство тут все на самом деле довольно просто. Вот эта технология доступна с 36-го года. Тоже я ее рекомендую брать сразу. Вот даже уникальный, вот уникум, стандартный набор, да? Базовые станки, строительство и, ну, как вы помните, я уже говорил, электроника, машиностроение. Обычно я так делаю, когда начинаю. Так, строительство что дает? Улучшенные методы и материалы позволяют нам быстрее возводить гражданские военные сооружения. Что дает? Скорость строительства плюс 10%, то есть на 1/10 заводы, фабрики. Все, что угодно можно строить, оно строится на 1/10 быстрее, да? Вот мы поставили, допустим, ну вот видите, да, скорость производства, сколько это, да? То есть вот фабрика построится на 1/10 быстрее. Все, что вы строите, на 1/10 строится быстрее. Поэтому это очень важная и жирная непосредственно технология, которую обязательно надо брать в начале игры. Также это было позднее. Раньше было просто, по-моему, скорость строительства. Это сейчас вот на Селиндан добавили. Скорость восстановления фабрик плюс 10%. То есть, если, ну, бомбардировщики, как вы понимаете, имеют свойство бомбить. Когда фабрику разбомбили бомбардировщики, то она становится недееспособной, нерабочей. Ее надо отремонтировать, да, восстановить. Соответственно, вот скорость ремонта, на ремонт здесь тоже будет отображаться ремонт, он тоже будет занимать время, да. Соответственно, фабрики другие занимать, и все в этом духе, да, мои дорогие друзья. Поэтому вам надо непосредственно будет ремонтировать то, что вам разрушил враг. Соответственно, вот эта вот технология тоже на 1/10 тоже быстрее позволяет вам проводить ремонт. Тут у нас 2, 3, 4, 5 технологий. Соответственно, если вы полностью все вот это изучите, то, ну, на каждой итерации плюс 10 скорость строительства и скорость восстановления плюс 10. Это, я думаю, понятно, да? Понятное дело, тогда, когда вы полностью изучите, то вы будете на 1/2 строить быстрее здание, на 1/2 вы вдумаетесь в это, да? Так вам для строительства здания было нужно, допустим, месяц, а так полмесяца. То есть за месяц, если вы одно и то же здание строите, вы можете построить не одно здание, а два здания. Таких же одинаковых, понимаете, да? Довольно неплохо и жирненько, я считаю. Ну и ремонт, соответственно, будет на 50% быстрее. То есть две одинаковых постройки вы за месяц. Вот, если, например, время ремонта месяц, но я беру абстрактное значение, чтобы вам проще понять. Соответственно, вы, если будете так бы ремонтировали одну постройку в месяц, а так вы две постройки одинаково за месяц отремонтируете. Довольно жирные технологии, рекомендую сразу, как появляются, тоже их исследовать. В первую очередь. Кстати говоря, за строительство 5, когда вы ее изучите, если вы играете на средней или выше сложности, и у вас Iron Mod, Iron, ну да, Iron Mod, вот этот, Iron Man, вот Iron Mod, Iron Man стоит, да? Плюс вы начали в 36 году, то вам еще ачивку дадут за строительство 5, если вы ее исследуете. Довольно простая ачивка, на самом деле. Одна из первых в этой игре, да, которую вы сможете получить.
Так что эта вещь довольно полезная. Тут, думаю, все понятно, не надо на чем-то останавливаться. Другая вещь более интересная, это добыча ресурсов. Соответственно, как тут дают нам разработчики описание, новые технологии в буровой отрасли позволяют нам добывать прежде недоступные ресурсы. Когда вы изучите строительство своего аналога, у вас откроется аналог добычи ресурсов. Заметьте, что вы можете не сразу, вот первое, допустим, не изучили, изучили строительство 2, пошли изучать добычу ресурсов 2. Ну, просто такая возможность есть, как, с, помните, я вам объяснял с шифрованием и дешифрованием, да, но это просто такая тонкость, что вам все равно придется строительство изучать, вы не пойдете по ветке непосредственно добычи ресурсов, да. За каждый уровень у вас повышается всего лишь один параметр, и всегда на одно значение. Эффективность повышения ресурсов плюс 10%. Меняет ежемесячно привычный ресурс. Но постоянно у вас ресурсы добываются. Строение с каждым месяцем они могут повышаться. Соответственно, на 1/10 быстрее они будут повышаться, да? Вот у вас, допустим, есть производящая, допустим, вот, не знаю, какая-нибудь провинция. Да, любую, какая что-то производит. Да ладно. Ну, горы возьмем, в конце концов, да? Вот у нас производится, допустим, 30 алюминия, 44 хрома, да? Если вы в данном случае получите плюс 10%, у вас будет уже плюс 33 и 48, ну там 4 округлится, да? То есть будет постепенно ежемесячно расти количество добываемых ресурсов. Соответственно, если эту добычу ресурсов следует продвигать в двух случаях. Только в двух случаях, пожалуй, я бы сказал бы, да? Первый случай, вы промышленный гигант, то есть у вас много чего производится, вот как Советский Союз. В таком случае это вам будет давать эффект, потому что вы так еще больше сможете добывать, например, на экспорт, и, соответственно, получать фабрики халявные, производить на них что-то, да, в большом количестве. Либо, например, сами можете максимально жестко строить что-то, отстраивать, использовать их по прямому назначению, да. И второй случай, если наоборот, вы слаба по производству, страна по производству слабенькая, у вас какие-то ресурсы есть, но вы не самодостаточны, вы не можете себя обеспечить, вам нужно увеличить свои ресурсы, чтобы больше чего-то производить. Например, в некоторых случаях, может быть, Индия для этого подходить. В некоторых случаях, да, но главное, чтобы у вас были хоть какие-то ресурсы, не нулевые, но хоть какие-то. Вот за Ирак, например, это может возыметь эффект, потому что в Ираке тут 32 нефти, да, то есть за одно это вы будете получать 3-2 нефти. Слабенько-слабенько, да, вот за Иран, тут нефти побольше, как вы понимаете, тоже это может быть более действенно, да. Ну, соответственно, в странах, где есть ресурсы, не шибко большие. Вот первый случай, у вас большие ресурсы, потому что так вы... Чем, соответственно, теория больших чисел, что чем больше у вас какое-то значение, тем больше вы получите, мои дорогие друзья. Также это справедливо и здесь, непосредственно. Ну и второй случай, это когда у вас есть производство, но какие-то ресурсы производятся, но их мало, не слишком уж мало, потому что вот в Саудовской Аравии, допустим, вы мало что получите, 3 нефти, прибавка 0,3, ну... Сами понимаете, ни о чем. Слабо будет очень, ни о чем. А вот если у вас есть какое-то производство, оно вроде как бы средненькое, то вы, допустим, или мало-среднее, или среднее. Для того, чтобы обеспечить себя, вы сможете насчет добычи полезных ископаемых неплохо продвинуться. Есть одна категория стран, в каких случаях эту технологию вам брать абсолютно бессмысленно. Если ваша страна вообще никаких ресурсов не добывает, либо добывает очень мало. Ну вот Либерия, допустим, здесь в игре добывает 7 резины. Мало ресурсов, вы не получите эффект, по сути дела, да? Другой пример. Мадагаскар тут нет. Мадагаскара. Допустим, я вот их хочу страну показать, которая вообще ничего не производит. Тут такие должны быть, по идее. Ну, все равно хоть что-то производит. Вот, Шанси, например, да? Если вы вдруг захотите играть за Шанси, не знаю, как... Каким образом вас на это сподобит. Ну, заходите хардкора китайского, да. Вы видите, что у нее вообще ресурсов нет никаких, да. Соответственно, вам нечего увеличивать непосредственно, добывать, да. В таком случае это эффекта не даст. Но, как правило, всегда это можно исправить. Объявляйте войну, у кого есть ресурсы. Забирайте ресурсы, потому что выгодно захватывать регионы с ресурсами. И тогда эти технологии смогут вам давать какой-то бонус, да. Так, с этим разобрались. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое и последнее, восьмое, это синтетическое топливо. Все достаточно просто на самом деле. Есть у нас 4 технологии, которые за каждый уровень дают вам уровень нефтеперерабатывающего завода. Чтобы уменьшить зависимость от нефти, следует изучить возможность синтеза ее суррогатов из других веществ и материалов. За каждый уровень вы получите возможность строить нефтеперерабатывающий завод. Максимум 4 уровень непосредственно, да? За каждый уровень нефтеперерабатывающего завода дает вам 7 нефти в регион и 4 резины. Добыча ресурсов, кстати, на это тоже будет распространяться в таком случае. 7 и 4. Соответственно, если вы построите 4 уровня, это будет 7, 14, 28.
28, 4, 8, 16, 28 и 16. Вы смотрите, если вы построите нефтеперерабатывающий завод 4 уровня, вы будете получать 28 нефти и 16 резины, я сказал, да? Да, 16 резины. Довольно неплохо в том случае, если у вас проблемы с этими ресурсами. Так вы сможете слезть с покупок. Построили один раз нефтеперерабатывающий завод, вам не надо будет фабрики врагу поставлять или конкуренту потенциальному или реальному, да? Как правило, используется в тех случаях, если у вас проблемы с этими ресурсами. Иногда это очень полезно, на самом деле, чтобы слезть с иглы и зависимости. Вот, например, вот у этих стран очень много этих ресурсов, ну, именно резины. Нефти там не так уж много, но она есть. А вот резины, резин там дохренище просто. Каучук, сами понимаете, острова пряности, в конце концов, так называемые. Так что, в таком случае, с помощью синтетического топлива вы сможете покрыть свою, так сказать, потребности в нефти и в резине, мои дорогие друзья. Вот, собственно говоря, 8 подкатегорий, которые мы с вами рассмотрели во вкладке промышленности. Вроде, в принципе, все понятно, но вот именно с производственными моментами вот вам, может быть, потребуется время, чтобы освоиться, потому что это уже не военные моменты. Вот все-таки Hearts of Iron Fall — это военная стратегия, но она военно-экономико-политическая стратегия. Даже экономика, даже, я бы сказал, политика-экономика военная стратегия, да? Что важно, высокая роль здесь экономики, то есть производства в данном случае, и высокая роль политики, в частности, политических всех процессов, да. Соответственно, мои дорогие друзья, с экономикой вам надо разобраться с промышленностью. Ну, давайте подведем итоги, да. На связи была МК Абатский, сегодня мы рассматривали с вами в 21-м видео последнюю вкладку исследований промышленности и говорили с вами о промышленных исследованиях, где выделили 8 категорий. Первую мы поговорили с вами о производстве, о производственном оборудовании, о станках, да, которые дают, повышают максимальную эффективность производства максимум до 50. Второе, ну, с учетом второе, это уже мы поговорили с вами о конвейерах, о гибком стандартизированном, в чем отличие, что лучше брать в каких случаях. Как итог, в большинстве, ну, если вы правильно все настраиваете, лучше брать стандартизированный. Если вы постоянно меняете производство по каким-то причинам, то лучше брать гибкий, понятное дело, да. Три, соответственно, тут тоже плюс 10 максимальная эффективность, соответственно, плюс 50 максимально, плюс соответствующий бонус уникальный, да. Третье, мы поговорили с вами о относительно недавно добавленном улучшенном доработке снаряжения. Как итог подвели, что редко используется, но если вы меняете фабрики в завод, заводы военные, военные заводы фабрики, то оно может вам дать некоторый бонус, да. Четвертое, мы говорили с вами о рассредоточенной промышленности, четвертое мы говорили о концентрированной промышленности, пятое о рассредоточенной, да, что лучше в каких случаях. Как итог, опять же, если вы хотите много всего производить, вам лучше идти в концентрированную, а вот если вы хотите постоянно тоже что-то менять, переделывать, в частности, добавлять что-то, улучшать, а в конце концов вы подвергаетесь атаке с воздуха, то лучше брать рассредоточенную промышленность, но, как правило, лучше брать концентрированную. Это мое мнение, мои дорогие друзья. Шестое, мы поговорили о строительстве, что эта технология за каждую итерацию увеличивает вам скорость строительства и скорость ремонта на 10%, то есть суммарно на 50%, то есть на 1/2 все это будет быстрее. Седьмое, мы говорили о добыче полезных ископаемых, о добыче ресурсов, да. Соответственно, за все 5 технологии вы будете на 50%, то есть на 1/2 ежемесячно увеличивать свою добычу ресурсов гораздо больше. И восьмое, мы поговорили о синтетическом топливе, о нефтеперерабатывающих заводах, которые за один уровень дают в регионе 7 непосредственно нефти и 4 резинки, да? Да, мои дорогие друзья. Вещь довольно тоже полезная, иногда используется. Но и это если у вас проблемы с ресурсами. Если у вас нет проблем с этими ресурсами, вы поиграете за какую-нибудь Малайю, грубо говоря, британскую Малайю или за Индонезию, так сказать, Ост-Индию, да, то как бы вам, как говорится, оно как шло, так ехало, по сути, это дело. Смысла никакого не будет, если уж так на этом сосредотачиваться, мои дорогие друзья. Вот такие вот у меня для вас итоги, мои дорогие друзья. Ну что, на связи был МК Абатский, мы с вами продолжали рассматривать и закончили рассматривать сегодня все исследования. Закончим говорить о промышленности, это у нас было 21 видео. Надеюсь, что вы разобрались со всем, это вам очень помогло, что вы получили важную для себя информацию, которую сможете использовать непосредственно в будущем. Даже надеюсь я, что вам помог. Но это, опять же, не конец разбора механики, это мы только вкладку исследования закончили рассматривать. В следующем мы будем говорить уже про дипломатию в 22-м видео. Вот детально рассматривать дипломатию, дипломатические действия и прочее, да, но об этом уже в следующей части непосредственно, мои дорогие друзья. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Абатский. Спасибо, что были со мной, мне было очень приятно, действительно очень приятно провести с вами время. Я надеюсь, что это видео вам помогло.
Я надеюсь, что я увижу вас в следующих видео по разбору механики. Я надеюсь, Hearts of Iron. Я надеюсь, что я вас увижу в других видео на нашем старом добром консервативном канале, как и по Hearts of Iron, так и по другим играм, может быть, даже на стримах. Я надеюсь, что вы, если этого еще не сделали, подпишитесь на канал, вступите в группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Да, ну, в конце концов, если понравится вам это видео, что вы поставите лайк, да, мои дорогие друзья. Мы выпрашивать ничего попрошать сейчас не будем, как это сейчас занимается. Подписывайтесь, ставьте лайки, вот это все прочее, прочее. Нет, я просто информирую, что вы можете это сделать, да? Я говорю искренне, что мне это будет приятно, если вы это сделаете. Вот такие, собственно говоря, итоги, мои дорогие друзья, у меня для вас. Поэтому, надеюсь, я увижу вас в следующих видео, и мы с вами встретимся на нашем с вами старом, добром, консервативном канале. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баски. Всем спасибо за внимание. Всем пока.